приветствуем вас. Зовите о вас или ручнее аплодируйте. Здравствуйте, сегодня выступают Дина Полина, Азартная Капелька, Милашка Мэри, Умничка Вата, Белые Киты, Милухи, Спортсменка Глаша, Красавчик Боша. Кто застенчивый, аплодируем его. Животными работают друзья-тренеры, а этот фейерверк в вашу честь. Боша приглашает тренера. Это совершенно традиционный круг почета. Любуйтесь! Малые кольца играют дельфины Аполлины. Они косячат, белые эти киты. Ни хера не хотят делать. Сразу выходит в финал. Ой, все тупо. Да.
У животных есть свои национальные предпочтения. И они приглашают друзей и тренеров на медленный танец. Кавалера захромал, блин. Толкнули они его из воды. Как он башкой в стену не пробился. Все, пацан захромал. И нарисует красивую картину шедевра. Позже мы разыграем ее на аукционе. Дельфины радуются, что они уходят. Дорогие зрители, аукцион для вас. Начинается. Итак, 1 рубль, и участвуют у нас взрослые. 2 рубля. Четыре тысячи рублей.
раз. 4500. 4500, раз. 4700, раз. Подставные? Не знаю, точно не наши. 4700 рублей. 5000, браво, мужчине в зале. 5000 рублей, раз. 5000 рублей, два. И 5000. 500. 500. Я дам картину вам. 5500 рублей, раз. 5500 рублей, два. 5500 рублей. Thank you.
числе ваших сыновей, способным одним прыжком вылететь из воды, достичь неба, чтобы занять свое место среди ярких созвездий. Вот так, наверное, появилось на небе одно из красивейших созвездий под названием «Зефир». Перед носом корабля над водой мелькает сильно, прыгает к плечам дельфина. Даже работа.
работает служба спасения МЧС. Спасибо.